Всем привет! У нас сегодня воскресенье. Саша пошел на волейбол. У меня время есть только на один магазин. Я выбрала этот No Frills. Давно тут не была. Хочу каких-то вкусняшек набрать. Я вижу тачку. Возьму сейчас ее. У меня для салата вообще ничего нету. Надо зелени, помидоры, огурцы. Надеюсь, здесь будут и овощи, и фрукты. Ого, тут надо быть каким-то ярокаклом, чтобы это вытянуть. Окей, все, справилась. Уже сумки свои. На такси ездит в No Frills. Так, ну сейчас по овощам, фруктам пройдемся, посмотрим, что здесь можно вкусное купить. Авокадинки, о чем они тут? 2,99. Сейчас по 2,99. Возьмем. Тогда как-то один раз взяла удачные, классные. Ой, боже, а тут палец прям провалился. Один раз как-то не очень. Что тут? Попробую угадать. Тут были какие-то огромные. Ну, вот эти две возьмем. Почем тут эти? 6,99. Если не гнилые, то можно взять. 6,99. А, килограмм 80, кило 81. Так, что бы я еще взяла? Сельдерей хотела, но, наверное, возьму в китайском, потому что здесь вообще просто такой несчастный за 2,99. Очень тоненький. Вот сельдереевые прям палочки. Просто... А, нет, это кусты, кусты. Вот это такое вкусное, но обойдемся сейчас. Насчет укропа. Укроп. Нет, он сейчас такой непривлекательный. Абсолютно. За 2,99. Мою там тачку никто не стырит. Капуста 3,99. Мне нравятся эти перцы. Они здесь какие-то худенькие такие. В бизнес-центре. Но я сейчас туда не поеду. У меня времени не хватит. Я обычно перед работой еду туда. Когда? Иногда. 3,99 за 4 перца. Ну, в общем, это они какие-то маленькие. Получается, доллар один перец. А тут 4,49 за фунт. Я не знаю, сколько.
как это будет все считаться, что выгоднее. Беру пока вот этот вот. Посмотрю цветную капусту. $3.99. Может, здесь какую-то хорошую выберу для себя. Но она какая-то вся... Одна какая-то маленькая в два раза. Не, не будем брать здесь. Какое-то оно все уже припухшее. Breadfruit. $2.99 за фунт. Без понятия, что с ним делать. Так, а этого салата я не вижу, да? А вот он какой-то ромейн несчастный. $4.99. $7.99 в Costco, но там побольше вот этих вот. И он все-таки там посвежее. Окей. Возьму бананы здесь. Бананы, кстати, нормальные. Обычно в Костко какие-то вообще перебранные 300 раз. Бананы хорошие. Ой, сеточки. Это, наверное, как это отжимать, вот если что-то там. Как марля, что ли? Гуакамоле. $4.99. Камбуча. Мне не нравится, оно какое-то не свежее. Это более-менее получше выглядит. $3.99. Ну и, наверное, надо шпинач взять. Шпинат. Возьмем вот этот вот. Боже, $6.99. Какие-то цены бешеные просто. Ну реально, оно дороже, чем в Costco. Не знаю, что люди пишут, что. Одна штучка 89, что ли, стоит. Мам.
Не знаю, как-то, в общем, грустненько здесь. Хотелось, я не оторву одной рукой. Хотелось набрать здесь овощей, фруктов. Вот эти груши, кстати, ничего так. $6. $6 за вот эту упаковку. Огурцы, помидоры. Помидоры сейчас возьму. 3,29 за фунт. Недешево. Какие-то вялые все. Ой, боже, не падайте тут. Оторвалась. Огурцы тоже вялые. $680. 680 грамм, пакетик $4. Авокадо $7. Ну, в общем, $10 6 штук получается. В Коспе стоит, но здесь эти вообще мягкие. Я уверена, что они там какие-то могут быть гнилые запросто. Ну, я возьму туда пакет вот таких яблок зеленых. Хочется чего-то кисленького. Вот эти вот. Так, а я посмотрю, почем те. Вот эти стоят $6.99 за 3 фунта. $6.99 за 3 фунта. И $7.99 за 4 фунта. Возьмем эти, эти. Давай сюда, не теряйся. Это тоже сюда. Такое распределили чуть-чуть. $5.99 за килограмм чеснок. $3.99 картошка.
3,99. Но за сколько? И она какая-то тут непонятная. За 15 фунтов? Ого, смотрите, это очень выгодно. 3,99 за 15 фунтов. Я за 10 фунтов 6,99, по-моему, плачу в Костко. То есть вот это хорошая идея. Берем с картошкой. Правда, не знаю, что она будет, как она по вкусу. И тут не написано. Тут не написано, какая. Мы берем обычно white, белую. Ну ничего, за 3,99 попробуем. Боже, я тут помидоры поставила. Они сейчас будут все смятку. В общем, вот это вот, то если недалеко от No Frills, то вот это выгодное предложение за 3,99 15 фунтов. Это где-то 7,5 килограмм. Масло 10,99. Такая большая коробка. Куры. Фарш. Ну, тут просто $3 за 454 грамма. Какие-то мини-котлетки такие. Чем оно стоит, кстати? Ну, вроде бы 5,99. Что-то мяса сегодня немного, да? Смотрите, короче, а тут грудинка 864 грамма или 635 за $13. Вот это возьмем. Тут получается 3 куска. Ну что, а вот даже 900 грамм. Что, прикольно, да? Можно или 600, или 900 за $13 взять. Так. Сюда. Так, йогурты нам не нужны. Сок.
4,79. Да, вроде бы стоит. Нет, это вот этот. А этот, по идее, Тропикана. Ой, боже, я уже влезла куда-то. Тропикана по 2,99. О, это распродажа. Сейчас можно сохранить 2 доллара. Так, боже, тут все липкое. Возьмем тогда несколько пачек яблочных. Здесь такая акция. 2,99. Это хорошая цена. Четыре пачки. Интересно, на этот самый, на апельсиновый будет, на Тропикану скидка. Грейпфрутовый. Тоже 2,99, у них сейчас акция. А этот тоже Симпли хороший. 2,99. Сейчас я посмотрю. Тропикана нету. Они есть. Если на вот этот, вот сам палп. А мне надо лоц. А мне надо no палпс. Саша не любит палпы. Вроде бы вот этот Orange Juice, но упал. А, это Оазис. Нет, 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 я не хочу Оазис. Вот этот хороший должен быть грейпфрут. Ну, сколько здесь? 1,75 литра. А это 1,54 литра. Тут я сока набрала, да? $9.29 яйца, а в Костко 8 с чем-то. Точно такие же.
Окей, я здесь не проеду с тачкой. Ну что ж такое? Где спиральки? Нет спиралек. Когда они есть, значит, надо брать вообще всех. Все. Давайте ракушки тогда возьмем. Ну, вообще мы любим спиральки. Они вкуснее всего нам. Хотя одна и та же макаронина, да? Не жаль. Так, я тут не пройду. Получается, все, что хотела, купила. Больше ничего такого тут нету. I have, thank you. Такая просто жесть. Так, вот такая у меня корзина получилась на 106 долларов 80 центов. В принципе, не все так плохо, потому что я достаточно много купила, и я довольна, что это обошлось всего лишь 100 долларов, а не 200. Вот, получается, две авокадо большие, помидоры, чуть-чуть куриной грудинки. Ну, как чуть-чуть, ее почти килограмм за 13 долларов. Там можно было упаковки брать за 600, по 600 грамм, и тоже такая же цена. Бананы, руккола. Ну, вот эта зелень, конечно, всегда дорого стоит. Шпинат и руккола. Картошки достаточно много, 15 лб, то есть это где-то 7,5 килограмм, ну, может, 7 килограмм, да, и всего лишь за 4 доллара. Значит, яблок, две таких упаковки, груши, мандарины, перец, огурцы, вот эту вот барилку купила. Ну, мы любим спиральки, но уже так как-нибудь получится так. Без спиралек. Значит, тропикана, вот таких два грейпфрутовых сока, без палп, апельсиновый и яблочный, вот эти вот сейчас на скидке. В общем, в принципе, ну, не знаю, насколько-то дней хватит. Просто мы едим очень много зелени, фруктов. Мы почти все веганы. Так что вот так вот. Все, буду выезжать. Уронила перчатку. И сейчас, кстати, не так уж много людей в этом ноуфрилсе. Наверное, все заранее скупились. Может, все повыезжали. У нас сейчас лонг уикенд. Понедельник выходной. Но завтра все будет закрыто. О, я уже врезалась. Все, пойду грузиться в машину.